Всем привет, меня зовут Дмитрий Шумкоев. В данном видеоролике мы рассмотрим совместимость двух водных знаков рака рыбы. По большей части это положительные союзы. Этим людям, как правило, комфортно находиться вдвоем друг в друге в своей стихии. Но при этом есть и разновидности. Естественно, я сейчас не беру полную дату рождения и аспекты планет в каждом знаке. Рассматриваем только солнечные знаки. Поэтому здесь есть некоторые разновидности. Вообще, вот рак — это достаточно очаговый знак, домашний. Рак всегда будет тянуть домой, на родину, к семье, в свое любимое кресло, на диван. То есть некий консерватизм даже присутствует. А рыбы в этом смысле более креативные, что ли. То есть их как раз тянет перемена мест, перемена действий, перемена декораций. Все должно меняться. Но при этом рыбы очень положительно относятся зачастую к вот этим вот тягам рака где-то осесть или вернуться домой, или побыть. Но при этом, когда бывают порывы рыб куда-то метнуться, и рак соглашается с этой позицией, то эти их путешествия, метания становятся также гармоничными, то есть им хорошо вместе. Но при этом рыбам нужно будет уметь раскачивать рака на какие-то поступки, подталкивать на что-то. Такие союзы, как правило, они витиеватые, они, как правило, такие романтичные больше союзы, нежели какие-то прагматичные, с каким-то расчетом, с какой-то практичностью. Преимущественно романтика. Ну, о переменах я сказал, еще вот хотелось бы сказать. Вот эта нить мистики, как вот похоже на игру скорпиона и рыб сочетание, также рак, рыба, вот какая-то мистическая нить проходит, загадочность какая-то в этом союзе. Один меняется, другой остается на месте, потом другой начинает меняться. Они принимают форму друг друга, пытаются найти, но так как они в одной стихии находятся, это сделать гораздо легче, то есть сгладить углы, уйти от каких-то конфликтов, найти компромиссы, это сделать гораздо проще, когда находится вот в таком вот в положительном сочетании два этих знака. У меня очень много было клиентов, если честно, сочетание рак-рыба, эти союзы очень ранимые, они могут бросаться телевизорами друг друга, но тем не менее они держатся очень плотно, энергетическая связь очень мощная, и такие союзы, как правило, не разваливаются. Хотя сказать, что там нет ссор или каких-то разногласий, это значит ничего не сказать. Естественно, есть, но они положительные, решаются, как правило, быстро, четко, и все приходит в свою первоначальную форму. Еще сказать по поводу дома, ведь раки любят накапливать, они любят копить, они любят собирать, они все тащат в дом, а рыбы могут в какой-то момент все потратить. Вот эта расточительность рыб, может быть, рак при хороших сочетаниях именно числа рождений могут стать неким ограничителем для рыб, то есть поставить им определенные рамки, чтобы рыбы были в этих рамках, причем комфортных для них рамках, чтобы рыбы не чувствовали какого-то давления. В таком случае вот эта витиеватость рыб, она будет вливаться также в этот домашний очаг и уют. В этом смысле также можно считать этот союз достаточно положительным. Ну, в принципе, все, это основные моменты. С вами был Дмитрий Шумко. Спасибо за внимание.